Любит, не любит, плюнет, поцелует. Итак, почему мы выбрали их команду? Понятно. Я купил кольца. Все. В общем, почему мы выбрали именно вас? Мне Маргарита скинула, наверное, единственных и неповторимых, это вас. Сказала, что вы подойдете нам 100%. Я посмотрела видео, до этого, конечно, видео я тоже смотрела разных специалистов, но мне понравился ваш подход, что это было не обычное ванильное банальное видео, а именно такое драйвовое, то, чего нам не хватало. Самое основное для нас было, это то, чтобы вы показали нас, настоящих. Было ли вам комфортно в работе с нами? Да, это, кстати, залог прям успеха в том, что, во-первых, выглядел Егор, ну, в данном случае Егор, у нас был именно под нашу свадьбу. То есть его одежда соответствовала, он никак не выделялся, он был маленький проныра, который везде залезет, все снимет, всякие кусочки. Я не знаю, как это сказать. В общем, он влился в коллектив, его не было, то есть, заметно. И это как раз-таки плюс в том, что мы не отвлекались ни на фото, ни на видео. А я не видел никого из них. Вот, ты вообще никого не заметил. Я вообще ничего не видел. Вот. Это бы база на меня видео смотрит. Все, хватит. То есть это было максимально естественно, комфортно. Не было никаких постановочных кадров, что мне очень тоже понравилось. И самое, наверное, еще для меня ценное, это было в фильме отражены именно наши диалоги с юмором, то есть вы про них не забыли, вы их ставили, это было тоже очень круто. Когда мы увидели первый наш клип, именно там минутный для Инстаграма, так назовем его, я аж остановилась на светофоре и пропустила его, и смотрела его, и я понимала, что вам в действительности удалось отразить нас. То, какие мы есть, и именно попали и передали ту динамику именно нашей свадьбы, именно то, что я хотела, то, собственно, и получилось. В общем, круто, ребята, вы огонь, молодцы, продолжайте в том же духе, я думаю, что у вас обязательно все получится, так что мы в восторге, вы молодцы, пока-пока.